Вот это я, конечно, понимаю, решительность. Ой, ты спрыгнул с неба? Привет, чел. Кто ты? А. Вот это? Ой, блядь. А, это поезд. Так, ну... Ну чё, я... Чего? А? О, это я, кажется, на поезд запрыгнул, все правильно. Вау. Это я сейчас, типа, вместе с Фрименом в одном вагоне, что ли? То есть... Да? Ебать, это... Сейчас я его, получается, должен увидеть, как он выходит из... А, нет, меня просто вышвырнуло. Я просто, ну, он прям... О, обряд изменился. Он чуть-чуть смещен. Ну, ничего страшного. А вот здесь прям Фримен выходил, да? Кстати, заметьте, здесь вообще мусора нет, локация пустая. Даже в Half-Life 2 лучше сделан был этот вокзал, чем запихнули что-либо из второй Half-Life, только чуть изменили, но нет. Если они решили как-то создать с нуля, и у них получилось хуже. Ну реально, просто посмотрите на это, сравните. Какой сигнал? Да пошел нахуй. О. Так, что здесь? Сетевое сеть, ага. Хочу посмотреть, какие еще здесь города есть. Ну понятно, никаких больше нету. Так. Какой сигнал я должен подать, я так и не понял. Или меня спа... Блять, бежит, 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 смотрите-ка, блядь. Какой злой. Какой сигнал я должен подать, я не понимаю. А, ему. I've been proud to call City 17 my home, and so, whether you are here to stay, or passing through on your way to parts unknown. Welcome to City 17. Goodbye, old friend. Прощай. А, он прям в Новый Проспект. Да? Ой, вот это я... Пиздец, это... Если что, я осуждаю такие действия. Это... Да ж... И они меня еще толкать начали. Вот этот чел, это... А как он пункт контроля прошел, у меня вопрос. О, ебать, цитадель. Так. О, как это отвратительно все выглядит. Наняли что ли нормальных левел... О, привет. Наняли хотя бы нормальных левел-дизайнеров, я не знаю. Блять. А то, ну, просто это ужас какой-то. И это City 17 такой. А вот там уже 3D Skybox, это по этим, понятно. О, по туману. Так, ох, нихуя. Вау, я еще не был в этой части City 17. Hunt Down the Freeman, это же канон, да? Так, я, получается, должен идти к цитадели, да? Или куда? Ух. Мне так интересно, кстати, побегать по City 17. Потому что здесь новые локации. Ну, за это прям респект. Разработчикам. О! Пасхалка или чё? Вау. Чья-то хата. А, я сюда должен идти, да? Точно? Я еще туда хочу сходить просто. Что здесь есть? Так, это... А. Так, ну, получается, вот сюда только. Что здесь специально вот так пометили? Это
такой раньше хуйней, типа вот нужно обязательно сюда. Так. Не-не-не-не. Уходи, уходи. Да уходи ты, блядь. Додумался. Вот есть игры, где лестница вот просто охуенно реализована, а есть вот, ну как тут. Пиздец. А. О. Барни? А, нет, это не Барни. Не, пиздец, ладно. Им так похуй, я смотрю, да? Вот какой-то чел просто приехал, и пойми, откуда бегает тут. По территории комбайнов, по-моему, да? Или нет? Похоже просто. Блять, выход. Блять. А-а-а. Как кто по мне так стреляет? Так, ебать. Ебать, еще пикут, 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 блять. Уёбки. Вот это прям сейчас. Я, по-моему, слышал, как они дверь открыли. Бля. Вот это очень, кстати, интересная глава. Ох, сейчас тут будет побег с таблеточками. Заждаю, опять же, таки наркоту. Да не Z, X. Ладно, похуй, убивайте, убивайте. Вот это реально Mirror's Edge. Идите нахуй. Да это нечестно. Что? А, сука, они там внизу. А мне куда? Мне на гараж, да, или что? Блять, стреляют. Так, я не понимаю, куда мне вот сюда нужно. Как, точнее, как мне сюда попасть? А, мне по вот этой. Ой, ой, ой. Пиздец, что там? Кто стреляет? Бля. Аптечка, аптечка. Угу. Бля, так. О, сейчас кому-то в квартиру войду. А. Бля. Стоит, мудила. Это же, я думаю, надеюсь, задумывалось, да? Ой, бля. Я получил достижение, ачивку за буллин. Get your hands off me. Да, иди нахуй. Ой, обещаю, блядь. Смеет бить меня еще. Мудильник. Так, а я в цитадели, да? Я сейчас к Брину прям иду, да? Или чё? А... Я ещё невидимую стену специально сделали. Ну, хотя, понятно, чтобы меня не избили. Где вообще все это время... Ну, где вообще в это время находился сам Фриман? Так. И... А, вот что. Так, это Брин, да? А, нет.
Это не Брин. I knew this day would come. I knew I was going to see this man one more time. Борис. Мистер Митчелл. А, это Борис. It's been a long time, old friend. It has been indeed. Normally, I would ask you to excuse my curiosity and question why you are here, why you show up after all those years while being far away from the eyes of the Combine. But I already know the answer. I know he sent you. Our mutual friend. Wait, you know him? Know him. He offered me a deal. And when I refused to complete his deal, he threatened me with my own daughter. Just be careful, Mitchell. He's a no-good, lying son of a bitch. Ah. Excuse my behavior. The reason I came here was to offer my help. I want to collaborate. And why do you think the Combine will agree to your help? What could one man possibly give them? Please, do not misunderstand me. I do not underestimate you. I know what you are capable of. But how will you prove that to them? I'm not alone. I have a ship and an army. And I'm ready to hand over all of it, to be placed under the Combine's command. That is a rich offer indeed. Please, excuse me for a little while. Так. А, я понял, вчера он сидел. Так, что теперь? Мне ждать, когда он вернется, или что? Или меня как-то попытаться сбежать? Ну, сколько времени? Мозгу сейчас... О! О, здесь даже для инвалидов сделано, да? Типа вот так заезжаешь, а потом все. Потом инвалид дальше своими ножками. Доктор Брин. Can't really say I like him. Я тоже. Я же нажимал. Доктор Брин wanted me to inform you that he, along with our collaborators, is impressed by your desire to hunt down Gordon Freeman. In normal times, this collaboration wouldn't even be mentioned. But these are extraordinary times. You know what they say. The enemy of my enemy, is my friend. Good. Now all we have to do is find Freeman. We already know where he is hiding. We have multiple spies in the resistance. This brings me to another topic. You remember my Sasha, my daughter? Yeah, I do. She's grown up now. She's in the resistance as a spy. I will make sure that if she sees you, she will recognize you. But when you get out there, massacring members of the resistance, whatever you do, do not, I repeat, do not harm her, or I will kill you. Sounds like a deal. Let me ask you something, Boris. You said you have spies inside the resistance, right? Correct. So you do know where Freeman is? Correct. Where is he? Black Mesa. Чего? Huh. Black Mesa. Я вообще сейчас в Болгарии нахожусь. Какая Black Mesa, алё? 17, это школа в Болгарии. Ага. Без где я сейчас? О!
Вот это неожиданно. Так. А, это мы на повстанцев, да? А почему... Сука, дайте мне пройти. Как же оно рукожопо стреляет? У меня просто слов нету. А, все-таки это... Окей. Так. А-а-а, вот это неожиданно. Так, и как его можно уебать? Никак, понятно. Так, сейчас я попробую сделать вот так. Все, отлично. Бля, все сдохли. А. Так, так, ладно, этих мы уебали. Теперь что делать с этими? Погодите, а может, можно вот здесь пойти? Я что-то как-то... Вот же лифт. Или туда. Вон туда, если. Что здесь? А, здесь просто стена. Не, ну все пиздятся вот здесь. Да, здесь невидимая стена, какого хуя? Ты охуел? Так, все. Так, я попал, значит, в вентиляцию. Я вообще не знал, что она там. Ух, бля. Так. Да, бля. А, погодите, у меня не тратится кислород? Ой, как хорошо. Так, все. О, аптечка. Вау, здесь не нужно приседать, ну, назад. Здесь не нужно ложиться, чтобы пройти эту вентиляцию, я удивлен. Блять. А, точно. Блять. Фух. Я слышу их голоса, они что-то говорят. Нахуй вообще-то прицел нужен?
точность нихуя не уменьшается. Или здесь как в CSGO приседать надо? Так. Да, сука. Я думал, он стоит за этим станком с оружием, как там он, блядь, называется. Ой. Прям с пистолетом ссал, что ли? И опять нету зеркал, да что ж такое? Ой. Вот это поворот. Да. Так, все, патроны кончились. Так. А, все. Минус. Так, там еще я видел. Ай-яй-яй. Сука. Бля, блядь. Ну, сука, сраная чувствительность. А чё у них спа... А, это они в масках, я думал, у них просто лиц нету. Бля, почему они все в масках? Ох, нихуя. Пиздец, это странно смотрится. А, это отель, оказывается, двухзвездочный. Хуйня, значит. Так, вверх же, я надеюсь, не вниз. Блять, вниз. Так. О. А. Нет, нет. Я понял, где я нахожусь. Все, я понял. Угу. Сейчас здесь должна быть отсылка, наверное, на Джимена. Вот здесь он должен быть. Ну, только если фильтры там поставить. Ну, кто смотрел пасхалки в Half-Life 2, тот поймет, или же. Ну да. Так. А, то есть я уже знаю пароль, да, получается? Ладно. Ой. Пиздец, здесь громкие выстрелы, конечно. Ой. А! Я нечаянно к ним забежал просто. Пиздец, они знали уже, что я здесь буду или чё? Ну вообще крысы какие-то. Ой, блин. У них так глубоко эта маска нацеплена. Вообще лиц не видно. Даже глаз. Да, блядь. Мне нужно похилиться. Где здесь... А, нет, нихуя. Я сейчас сдохну. Тут реально вот по глупости просто взял, к ним забежал. Забежал. А, это капсульный отель, как в Японии, да? Дропните вот в аптечку, пожалуйста. Я вас прошу. Фух, я ждал, что я сдохну. О. Я за... Бля, вообще...
вообще ничего нет, никаких звуков. Только свои шаги. А... И зачем это нужно? То есть я прибежал просто так в тупик, да, можно сказать? А кто это говорит? Они там все еще остались или что? А, погодите, я просто думал, что это решетка, я через провод не смогу пролезть. Жаль, что физпушки нету. Сука, нечестно в темноте прятаться. Ага. Все, я завел его. И что? Что это дало? Все еще тут. Все, больше никого нету. Бля, заныкался тварь. Вот же вообще не видно, что он там сидит. Фух. Just be Surya Freeman. Что? Фух. А, блин, здесь лифт опустился. Все. Ух. Что-то стучит. Наверное, лифт так поднимается. Чего? А что сейчас за надпись была? О, обрез. Down the business. Я сейчас его отпиливать себе буду, да? Давай. Фонарь. Как у меня он активировался? А. Так, ладно. Похоже, у меня предчувствие... Ой, чё он? Я вообще... Да, мне кажется, нашел его. Да. Ну давай. Ну, очень похоже на Равенхольм. Ох, вот это страшный эмбиент, прям вообще. Блять. Здесь же не будет никаких водных существ. Блять. Так, ну будто обычные существа. О, лагерь. Как будто я в Крайфир играю. Все, я понял, на что это отсылка. Да бегают, бегают. Вот это. Я, конечно, знал, что они перепрыгнут, но не так же быстро. Так, все, просто бежим. О, упала ракета. Бля, такая страшная музыка.
блядь. Сука, куда мне бежать? О. О, надгробие. И коктейль Молотова. Плюс два урона. А я уж подумал... Так, я хочу как-то использовать. Ну, попробовать вообще, давайте. О. Блять. Вот это сейчас прям он горящий. Он бы мне, я думаю, заставил бы гореть, как в Майнкрафте. Блять. Бля, у меня уже патронов не хватает. Ну, точнее, места для их хранения. Отсылка на сияние, да? А, нет. Не всегда сломанная дверь — это отсылка на сияние. Ой, или не сияние. Бля, не помню, как фильм называется, ну похуй. Ай, ладно. Так, а, это же Into the Dead. Так же эта игра называется, типа вот так бежишь. Реально очень похоже. А вот все, прошел Into the Dead. О, пляж. А, бля. Блять. Я слышу, как он бежит, кряхтит. А почему звук искаженный, что кто-то воет? Прям очень искаженный. Какая же здесь большая, сука, локация. О! Да, блядь. О! А, здесь это был самоубийца. Бля, здесь я уже был. О, а вот здесь не был. Вот здесь прям еще нет. О, чей-то лагерь. Right, это точно. Понятно. Так, забор. Если есть забор, значит есть вход через этот забор. Ой. Вот, да, я же говорил. The Raven. Типа Ravenholm. Да. Что там происходит? Опа. Сейчас я всех спасу, не ссыте. Люди. Это сейчас должен был быть скример, да? О. И, бля, все просыпаются. Здесь прям так много патронов от этого обреза. Ой, точнее, двухстволки. Не обрез это. Перепутал. О, там рука. Опа. Выпасть здесь балкон. Бля, мне сейчас нужно всех зомби, что ли, убить или чё? Бля. Так. Бля, меня сейчас просто убьют как крабы. А. Ой, зомби, спасибо, ты меня похилил.
О, ага, так. Кстати, чем-то мне напоминает... Зайхангер. К такому я вообще не готовился, что они здесь будут. Фух, хотя бы аптечка есть. Две аптечки. О. Еще? Угу. О, мост. Он сейчас обвалится, я думаю. Блять. Нет, смотри-ка, не обвалился. Блять. Блять. Чуть-чуть вообще не попал в меня. О, ну да, Равенхольм. А как мне пройти-то? А, окей, легко. Григорий? Григорий? Ой, или Георгий? Не, Григорий. Фриман? Сука. А, погодите, он же... Это не по канону. Он должен был бежать сюда, но не сюда, по-моему. Блять. Так. Заебали уже просто. А. А. Блять. О. Так. Ну ползи. Вот это поворот. А, это секретная кнопка. Так, возьму-ка я лучше обрез. Обрез. Уже утро, да? То есть я опять спал. О, это Равенхольм? Да? Или это Сити... Хуй пойми что. Ох, блядь. Бля, подождите меня, подождите. А, что? Зацикливается, по-моему, музыка, и это прям заметно очень сильно. Ну, понятно, что она должна зацикливаться, как бы, ну, это прям... Или это мне просто померещилось. Ну, неважно. О, дыра. Ну что, прыгаем. Что? О! Бля, здесь все че... Бля, я уж понял, что это Алекс лежит. А, это сейчас... Он что ли машину, что ли, водил, Фриман? Бля. Так, опять то же самое. Охуенно, что эти... Бля, бегут. Тупик. Да. Я все. Так, ладно. Значит, я побежал не туда, а нужно вот сюда. Вот это, да?
Сейчас был крематчочек. Ну ползи. А, ладно. Знаешь, сюда надо было. Да, сюда. Второй раз уже проебался. Надеюсь, здесь не тупик. No refund. Так, я опять зашел в тупик, замечательно. А, то есть им было насрать на меня, да? Ой, сейчас-то в обрезике-то... Ой, фу ты, толки-то патроны кончатся. Что я делать-то буду, я не знаю. Ну, значит, без нее. Это какой-то Subway Surfers. Почему? Я не знаю. Z. Z. Я совсем забыл про эту кнопку. О, сейчас будет босс-файт, да? Ну, да. Так я и говорил. Зор. Все. Согласен. Давай, а. А, точно сюда. Фух. Так. А, кстати, очень напоминает эти пещеры мне Зен. Может, вам тоже. Может, реально есть Зен, хотя нет, нет, это не Зен, это не Зен. И куда мне? Так, музыка очень страшно играет. А мне сюда что ли прыгать или что? Все. Все это время зря шел сюда. И нужно было плыть вот здесь. Хотя, ладно. Так, меня почему-то зафризило. Ой, я плыву вниз. Он стреляет под воду, я не знал. А, точно, у меня же нету этого. Не продумали разработчики. Этот момент. Ну, с кислородом. Может, я буду бежать, я не знаю. О. Ой, продумали, ладно. Я уж подумал. Дайте ко мне. О. Когда же я уже выберусь из этого говна под названием пещеры? Опа, зомби. Так, все. Давай, давай. Это вообще где я? Вот это нихуя. А, вот все, лестница. О, труба. Вот Фреман лох. Фреман не умеет по трубам лазить, а вот я умею. Полезли. Опа. Я слишком стар для этого. Тикс. Фух, я же подумал, что я упаду. О, там зомби пиздится, заебись.
Бля. О. А, бля. Фух. О, выход наконец-то. Ура. VIP level. Какой еще в пизду VIP level? Вы там совсем ебанутые. А, нужно было ползти дальше. Угу. То есть как-то странно здесь сделано. Так. Бля, а как они меня через огонь видят, это охуевшие? А, я все-таки смог. Здесь он так долго этот поджигал. Кстати, здесь можно. Здесь как в CSGO работает, можно задержать. Да, можно. Ух. Не, калаш говно в этой игре. Вот это лучше возьму. О, дома на дом на колесах. Ну, как всегда. Ух, нихуя вода. А, не, обычно вода из второй Half-Way. Показалось. Мотоцикл? Оу. Не, а, нет. Что там происходит? Как мне открыть эти ворота? А. Так, я понял, кто там. Так мне их открыть-то? А, отсюда, то есть, да, они открываются? Не-не-не. Да почему они поворачивают-то, блядь? Какой же конченый мотоцикл. Я просто поехал, он не поворачивает, блядь. Так, ладно. Это опять же, это просто скины баги. Нет, уже не баги, как там? Машины из второго эпизода, вот это, как я понял, она. Ой. Ой, блядь. Не-не-не, я не паникаю. Блядь. Здесь станции, они, конечно, мощные.